Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот слитки крючком. Спицами я уже такие вязала, сегодня вяжем крючком, девчонки. Очень просто, прямоугольник простой, нитки показываю вот такие, но это те же нитки, которыми я вязала. Девчонки, не принципиально, какие будут нитки, можно из других. В 100 граммах 225 метров. Можно взять и толще, можно взять и тоньше. Тут вы просто вяжете квадрат. Вы вяжете квадрат на тот размер, который я вам скажу. Вернее, прямоугольник. Естественно, две пуговицы, потому что у меня вот здесь вот уже две. И ниток примерно 50 граммов, крючок 3,5 миллиметра и игла для сшивания. Ну, соответственно, еще обрисовать нужно свою ногу. У меня моя нога 24 сантиметра, поэтому плясать будем оттуда, от этих 24 сантиметров. Моя ступня 24 сантиметра. Вы меряете свою и от того, какая у вас длина, вяжите этот квадрат. Квадрат вяжем по вот этому узору. И набираю цепочку. Так, вот эту петлю пропускаю и следующую вяжу столбик без накида. Делаю одну воздушную петлю подъема и вязание продолжаю. Вот эту петлю подъема пропускаю, следующую петлю, но за заднюю стенку. Видите, столбик без накида за заднюю стенку. Снова воздушная петля подъема, поворачиваемся и со второй петли начинаем вязание. То есть первый и второй все ряды у нас одинаковые. Как вы увидели, узор очень простой, состоит из одного ряда. Значит так, начнем с того, что набрала я. Вот у меня вот этот квадрат, который я вязала, у меня этот прямоугольник состоит. Набрала я 50 воздушных петель, то есть из 50 столбиков в ширину, в длину это... В длину это 46 рядов. У вас может это количество варьироваться. То есть это может быть либо 40 петель в ширину, в зависимости от ниток. Девчонки, меряйте, ширина ориентировочно 20 сантиметров у вас должно быть полотно, которое вы набрали. И в длину меряйте по своей ноге. Моя линия набора. Здесь она как бы растянута, поэтому мы ее дадим на пятку, там где более растянута. Если у вас получилось не растянуто, то тогда вам без разницы. Ширина 20 сантиметров этого прямоугольника и длина 17 сантиметров. То есть 24 минус 17 минус 8 сантиметров. То есть от длины нашей стопы отнимаем 8 сантиметров и вяжем такой длины нашу заготовку. Если у вас 25 сантиметров, то соответственно вы вяжете 18 сантиметров заготовку. Если вот так вот, может быть разная эластичность нитей, поэтому для проверки вы просто вот так вот слегка натягиваете. Если натягивается на вашу длину, то вам достаточно, но не так, чтобы у вас прям через силу тянуть, не надо, легко. Если слегка натягивается, значит достаточно. Так, вот такой вот у меня прямоугольник с размером, я думаю, вам понятно. Вот эту основную заготовку мы берем и складываем, точно так же, как у этих слитков спицами. Складываем, знаете, я, наверное, здесь сошью той ниткой, которая у меня осталась. Складываем на три части, три равные части, вот так вот визуально. То есть вот это вот у нас, этот тапочек у нас слева направо, справа налево, это у нас левый, поэтому этот у нас должен загибаться сюда. То есть вот эта сторона у меня должна быть свободна, чтобы застегнуться сюда, чтобы получился правый. То есть вот эту часть мы собираем на иглу. Обязательно следите за тем, чтобы у вас не получилось два левых или два правых. Практически весь нюанс. Так, набрала я на иглу. Теперь эти две трети я стягиваю.
делаю узел. Растягиваем. Если у вас здесь получается дырочка, то дырочку пару стежками мы как бы закрываем, ну, маскируем. Вот так, эта часть у меня готова, носочная. Сейчас пока мы ее оставляем. Вот она, видите, набранная. Крыло у нас закрывается сюда. Далее нам нужно собрать вот эту пяточку, складываем вдвое, начинаем шить от вот этого угла, от конца, как бы передвигаясь к сгибу. Я начинаю вот так вот, чтобы этот узел вот у меня не был здесь, потому что оно потом некрасиво выглядит. Так, когда у нас осталось 2 сантиметра где-то в конце, эту часть мы и соответственно делаем узел, нить обрезаем. Осталось нам пришить пуговицу. Пуговицу меряем таким вот образом. Одеваем сначала. Девчонки, там кто-то у меня спросил, а что делать, если нет вот этого манекена? Я когда снимаю на этом манекене, я подразумеваю эту вашу ногу, правильно? Я чтобы эстетичнее выглядела, мне, ну, чтобы я не показывала на своей ноге, поэтому показываю на этом манекене. А вы используйте свою ножечку, девчонки. Вам манекен не нужен. Вот. Теперь здесь вот, вот когда вы одели на свою ногу, хорошо посадили, натянули, чтобы все у вас хорошо село, вот так вот, берете булавку и прям вот так вот здесь скалываете, вот так, чтобы вы понимали, как мерять на своей ноге, показываю. Снимаете и в этом месте пришиваете пуговицу. Вот. Все, вся наука таким вот образом. Все, девчонки, вот и все слитки. Здесь даже мне не понадобилось обвязывать ничего, потому что вот этот край очень красиво смотрится этим узором. Выглядит он как резинка, довольно эластичный. И симпатичный краешек, видите? Вот такие вот у меня сегодня слитки, девчонки, крючком, кто просил крючком. А с вами была Вика из школы рукоделия, я с вами прощаюсь. Не забываем, девчонки, вязать по моим мастер-классам и ставить хэштег в инстаграме «Вяжем с Викой». Все ваши фотографии попадут в следующие видео, кто будет выставлять, чтобы я видела все ваши изделия. Поэтому подписываемся на инстаграм, вяжем и выставляем фотки с хэштегом «Вяжем с Викой». И все у нас будет попадать в видео, в следующее видео. Ну все, девчонки, я с вами прощаюсь. С вас лайки, подписка, а с меня следующее видео. Всем пока-пока!